На базе Придунайских озер Ялпуг и Кугуруй может появиться новый региональный ландшафтный парк. Об этом сообщил директор департамента экологии и природных ресурсов Одесской облгосадминистрации Алан Джиоев. В Одесской облгосадминистрации готовят проект создания нового ландшафтного национального парка, который будет представлен на одной из ближайших сессий Одесского областного совета. По словам Алана Джиоева, идея полностью соответствует Конвенции Европейского союза для Дунайского региона и государственной политики Украины по охране окружающей среды. Сейчас проводятся предварительные консультации и научные изыскания. Озеро Кугурлуй включено в международный список Рамсарской конвенции о водно-болотных угодьях, имеющих международное значение. Озеро Яплуг по площади является самым большим естественным озером на территории Украины. Озера граничат между собой по узкой дамбе, по которой проложена трасса Одесса-Рени. Вокруг дамбы фантастические по своей красоте пейзажи с причудливо растущими камышовыми зарослями. В них обитает множество птиц.